Ну что, ребята, всем привет! Воскресное утро, мы находимся в городе Витебске. Как обычно, выходим на связь ради того, чтобы рассказать вам про приятнейшее событие, которое сегодня проходит у нас. Это чемпионат, ребята, чемпионат по ушу. Саньда, в разделе Саньда. Это вы уже видели. Вот вчера мы поснимали вам взвешивание. Мы сегодня непосредственно пришли на само соревнование. Вячеслав, передай привет. Ешь лапшу, занимайся ушу. О. Это он целую ночь, короче, не спал, придумывал для вас классную пословицу. Вот, здорово, оцените старания Вячеслава. Ну-ка, мне кажется, мы пришли как-то рановато, что-то никого нету. Смотрите, ребят. Мне кажется, все в засаде, сейчас напрыгнут. Надо быть наготове. Сейчас из-за угла вылетят. На самом деле, показывать саму эту ветакадемию не вижу смысла, потому что мы здесь уже не первый раз, все на видео есть. Вот, но сегодня поговорим, пообщаемся с ребятами, 5 человек. Вот. Так что, я думаю, будет интересно и здорово. Оставайтесь с нами. Хорошая. Впереди цунами. А вот это уже была импровизация, ребят. Все, сейчас мы зашли в темное помещение, я думаю, сейчас ничего не будет видно вообще. Блин, ну мы реально первые, слушай. Здравствуйте. Подготовка полным ходом, ребята. Ну, на самом деле, вопросы у меня категорически обычные. Турнир начнется памятью тренера вашего. Да. Тебя тоже тренировал? Да, меня тоже тренировал. Вот. Я пришел год назад, да, примерно уже около года назад я. Четыре года назад я пришел в зал, в котором до сих пор тренируюсь. И пришел к нему Егору Евгению Викторовичу с твердым намерением биться на соревнованиях, участвовать. Вот. Сказал, ну хорошо, давай только на испытательном сроке побудем 3 месяца и там посмотрим. Ну, прошел месяц, испытательный срок закончился, он понял, что я пришел, ну, не вату кататься. Вот, и начал ну, меня тренировать. Пару слов добрых, как о тренере. Хороший человек, спокойный всегда был, с таким очень интересным, я бы даже отметил, юмором, таким, можно сказать, тонким. И в то же время он никогда не делал мимику на шутки, к примеру, он мог спокойно так сказать, пошутить, к примеру, там ребята поспринговались, он сказал, что оздоровились. Вот. Его самая коронная фраза всегда была, не пропускай, будешь красавчиком. На этом мы закончим. Так, второе включение. Ну, в общем, проходит турнир, мы разговариваем о тренере, в честь которого проходит этот турнир, в память о котором проходит этот турнир. Егоров Евгений Викторович, вот. Слава у него тоже тренировался, и давай пару слов, как о тренере. Даже не знаю, с чего начать, потому что реально там много об этом человеке можно говорить, и как о тренере, и как просто о человеке, потому что, я же говорю, что мало того, что он давал какие-то технические, спортивные знания, так он сильно помогал, как бы, выбрать правильный путь в жизни. Да, с этого момента. Ну, со всех сторон был человек с большой буквы. О нем можно рассказывать много, бесконечно, не знаю. Много чего сделал, был скромный. Был идеал бойца какой-то, такой, наверное, такой сказочный, книжный. Ну, такой человек был, как бы. Я рад, что в свое время нас судьба свела, я тренировался у него. Много мне это дало в жизни. Что еще можно сказать? Хорошо, что память существует, проводятся турниры. Да, памяти, да. Турнир, как бы мы
пытаемся продолжать его дело, да? Движение, да. Поддерживаем зал, традиции. Будем двигаться, будем помнить. Вот так вот. Человек, как вы поняли, по двум этим комментариям о этом тренере, он был замечательный, потрясающий человек. И вот турнир. Будем надеяться, что ребята покажут красочные бои в память о этом человеке. И будет хороший турнир, интересный. Да? Ну что, ребята, все, наконец-то стартуем. Все, все пошли на построение. Сейчас тут так пусто и мило, и хорошо. Вот первый бой у нас у Влада. Влад будет биться четвертым. Вот уже готовится. Морально подготавливает его Александр. Ну что, ребята, вот и подошел к концу турнира. Да. Что ты можешь, Саш, сказать в двух словах о этом турнире? Что тебе понравилось, что не понравилось? Как выступили наши ребята? Хорошо. Организация была неплохая вполне, как на областном уровне, скажем. Конечно, хотелось бы турнир развить немножко дальше, чтобы он был на уровне, как молодеченский турнир памяти Глюшани, чтобы приезжали со всех областей. Но пока... Это второй турнир, второй год подряд. Как говорится, тупо растет желудя. Так что потихонечку будем расти. Но неплохо вполне, неплохой турнир. И рад, что мной уважаемого человека каждый год вспоминает этим турниром. Дальше, я думаю, больше. Ну что, ребята, еще один комментарий. Комментарий тренера по поводу прошедшего турнира. Я думаю, сейчас много будет мата, поэтому я начинаю заранее запикивать прямо отсюда. Но попробуем, что Слава скажет. Ну, Вячеслав, слово тебе переходит. Я не знаю, что сказать, То есть боев немного было в целом. Пять бойцов. Ну, давай попробуем по каждому что-то сказать. Первый Влад Барковский. Влад Барковский, да. Я просто заворачиваю, чуть торможу. Ну, вышел с парня против городка, тоже парень постарше, потяжелее, да и поопытнее был, то есть. Ну, на данный момент нам надо боев, как он занимается все, 2 месяца тут. Надо боев, чтобы чуть-чуть догнать ребят, которые уже его одногодки и старше, то есть, которые уже накатанные там, они по 30 боев там прокатили уже, то есть, ну, не первый год занимаются, и нам их догнать надо. Хотя бы по количеству боев, от этого появится уверенность. Ну, ну и техника будет расти, да, смотрим, то есть над чем работать. Потому что в зале одно, а как бы тут сразу видно ошибки. Уже их по месту после соревнований надо исправлять. Так, дальше, кто там у нас еще? Влад. Давай, Королёв. Влад. Первый бой, да, то есть равный там был момент. Он с ногой или подвернул, или что там, хотел уже. Побеждать, но мы там с Сашкой его уговорили за 2 конфеты, вроде там первый бой он выиграл. Второй, ну у него это уже соперник, уже там друг и сват, там и брат. Уже 4-й раз они вроде дрались. Ну, тут я считаю, что Влад чуть-чуть сдал тут, сам пятился назад за счет этого. То есть сколько, 4 выхода вроде, ну, эту картинка повторяется. Надо работать навстречу, работать встречу борьбу, то есть, ну будем делать, как бы все равно. Будем как бы стремиться к победе, только так, там не сегодня, не завтра, послезавтра. По Владу, дальше там кто там? Орлов. Славка Орлов. Ну, Славка первый бой это очень хорошо провел. Бился с Глебом,
первых два раунда все нормально, во втором поплыл сам, во втором он начал подздыхать и начал пропускать, то есть первый раунд очень хорошо провел, хотя Глеб тоже в обойме давно накатанный, то есть много лет уже и по боксу выступал, то есть боями, если взять Славку там, что он 4 месяца 5 занимается, то как бы результат был хороший. Единственное, что в финале начал ходить, бегать, лоу пропускать, ну, это болезнь наших ребят, то есть я не знаю, будем тренироваться тоже, то есть как бы как таковых ударов нету, но все равно судьи очки считают за лоу, бал-бал, и вот так и в конце картинка проигрывает. Чуть физухи не хватило тоже. Ларьков. Антоха. Ну, Антохи, кстати, хороший парень был там. Быстрый, от ситуации работает, там, чуть-чуть борьбу контрил. Ну, и скажем, что Антоха тоже там в этот раз хоть руками начал что-то бить, два раза лоу ударил. У нас сегодня была не только прогресс. Борьба, не только борьба, это радует, так что... Ну, тоже, я думаю, что у нас только впереди, что касается Антона, треним, завтра тренировка, будем дальше работать. Виталик, ну, Виталик показал, то есть там хороший бой тоже был, то есть в размене перебивал где-то там были моменты пропускал, то есть, ну, за счет борьбы вытянул. В целом неплохо, но я же говорю, что ошибки были, там ошибки удары ногами, повтора не было, то есть ему кричали, чуть не делал. Ну, я думаю, что исправим это все и будет намного лучше, то есть уровень поднимем Виталику, так что ждем красивых боев, новых побед. Вот, да. Ну что, ребята, вот, в общем-то, и все. Закончился турнир, мы заканчиваем нашу трансляцию, едем домой монтировать для вас видосики. Подписывайтесь на канал. Канал, все видео боев наших клубных будут на клубном канале. Все остальные видео, были сняты все видео, все остальные видео будут на новостном канале, на который вы, если еще не подписаны, должны обязательно подписаться. Ну а пока-пока.